Приветствую вас. Я думаю, что коллеги, мои коллеги будут единогласны и единодушны в своем мнении относительно того, что значит эта ситуация, потому что в психологии это все описано достаточно подробно. Вот эта ситуация, когда человек предпочитает не замечать, предпочитает делать вид такой вот на психологическом уровне, да, что ничего не случилось, вот, что считает делать вид, что все в порядке, вот. Как будто бы ничего вообще страшного не произошло, вот. И, в общем-то, это может длиться очень долго. Это может длиться очень долго, вот, по времени. Значит, человек себя таким образом защищает, потому что ситуация очень тяжелая, видимо, для вашей подруги. Вот, человек себя так защищает, потому что если это признать, если это принять, вот, ну, принять это как вот данность, да, вот, то это будет очень, ну, это будет очень болезненно. Вот, и, соответственно, да, как бы, ну, подруга ваша этого сделать не может, ей тяжело. Скорее всего, ей тяжело. Вот, и, соответственно, она предпочитает делать вид, предпочитает вести себя так, что, ну, как будто вот ничего не происходит. Вот. Ну, как бы, можно ли ее за это винить? Ну, мне кажется, что нет. Мне кажется, что нельзя, потому что и правда может быть очень тяжело, и правда может быть очень трудно, вот, поэтому нормально, что делать вам, да, в принципе, ничего, ничего, быть с ней рядом, вот, стараться её как-то вот поддержать, да, вот, стараться ее поддерживать, быть рядом, потому что, ну, ей вот пригодится, ну, ваша помощь, ей пригодится ваше общество, ваше нахождение рядом, когда будет, когда наступит прозрение, вот, старайтесь быть с ней рядом. Вот, она вам за это будет благодарна. В принципе, я думаю. Так, так просто, ну, вот, человек идет своим чередом, если каких-то таких патологий не наблюдается, да, то это нормально, вот, если никакого вреда для нее нет, то это абсолютно нормальная история. Вот, другой вопрос, да, то, что это, ну, не будет длится вечно, вот, что это все-таки через какое-то время пройдет. Вот, и тогда, да, да, наступит, ну, будет достаточно тяжело вашей
подруги. Вот. И вот уже тогда вам нужно быть рядом. Вот. Собственно, что делать, если с ней что-то не так, к психологу обращаться. Это лучшее, что вы можете сделать. Направить ее к психологу. То есть вот самостоятельно, да, не стараться как-то вот помогать, что называется. Потому что крайне редко, крайне редко бывает такая ситуация, когда могут близкие люди помочь адекватно. Да, крайне редко так, к сожалению, бывает. Вот. Поэтому, скорее всего, человек вам не будет рассказывать. Вот. Опять же, можно посмотреть на можно посмотреть на те вещи, например, да, которые, там, допустим, надо, какая она, ваша подруга, да, то есть, что из себя представляет. То есть, если человек всю жизнь, там, например, был очень сильным, очень таким вот самостоятельным, да, и прочее, то это одно, да, если человек, привык решать свои вот проблемы самостоятельно, то это одно. Вот. То есть тут, скорее всего, она притворяется, не хочет, чтобы ее видели слабой. Вот. Если она никогда не была сильно, да, и там зависело от окружающих в основном. То здесь ситуация, скорее всего, такова, что вот это очень, очень просто болезненно, очень вот травмировало ее просто очень сильно. Вот. То есть тут, в принципе, других вариантов нет. Вот так вот. Такой вот ответ я бы мог вам дать. Я не знаю, я не знаю, того ли ответа вы хотели, да, потому что все-таки, достаточно мало информации вы доставили. Вот, что за несчастье было, в каких отношениях находилась ваша подруга с мужем, там, что было общего между ей и мужем, вот, хорошие ли у них были отношения, в смысле, удовлетворительные ли у них были отношения или нет, там, были какие-то проблемы или нет. То есть это все эти вещи, они важны, да, и тот факт, что вы о них ничего не говорите, конечно, ситуацию несколько усложняет.
Вот. Я надеюсь, что в этот момент исправит. А с другой стороны, если у человека не болит и не горит, вот, то не нужно, в принципе, заниматься самодеятельностью. Вот. Придет время и все будет. Да, то есть никуда это не денется, а все, что нужно, ну, прожить, человек проживет, вот, и свое получится, свои проживания. Другой вопрос, что мне показалось, что вы как будто вот вы, ну, как будто бы сомневаетесь в том, что ваша подруга мужа своего любила. Могу ошибаться, но вы не понимаете, как так она не горюет. Здесь вот, может быть, у вас есть какой-то такой элемент недоверия. Вот. Твоей подруге. Если так, то это, конечно, уже вопрос больше к вам и к тому, ну, почему вы не доверяете своей подруге. То есть, ну, какие у вас, грубо говоря, есть основания ей не доверять. Да. Вот, ну, вот, вы, может быть, считаете, что она обманывает где-то или что-то еще. Вот это вот уже вопрос больше к вам. Это вопрос больше к вашим, ну, взаимоотношениям. Вот. Я полагаю, вот, ну, примерно вот такой ответ вам можно дать сейчас, на данном этапе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация, ну, разрешится самым лучшим образом для вас. Вот. И не судите строго свою подругу. Не нужно. Удачи.